Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Привет, народ. Вроде как все работает. Сейчас главное, чтобы его там нигде не перекосило. Этот микрофон. Что, пойдемте. Кепку я снимаю. Три фазы я включаю. И пойдемте. Покажу вам, как провожу я свой досуг, скажем так. Давайте мы свет включим. Раз. В общем, Андрюха мне передал посылочку такую классную. Ну, для кого-то это может мелочевка. А, холодное все. На улице у нас, кстати, зима. Тут у меня в помещении сколько? Ну-ка, 7,5 градусов. На улице минус 2. Так, железяки, железяки. В общем, включаем свет здесь. Так, давайте я вас как-то на баллон, наверное, поставлю, да? И вот так вот. Я надеюсь, что все вам будет видно вот с этого ракурса, да? О, вот такое. Ну, примерно, я думаю, что видно. Так, я, наверное, вот это сейчас в порядок приведу. Видите, да? Вот это вот, вот, вот это вот. Уберу окалину. Я очечи одену на всякий случай, перчатки одену на всякий случай. И ёршиком это все сейчас мы почистим чуть-чуть. Короче, народ, как я провожу свое свободное время, да? Так, поехали. Даже не знаю, с какой стороны ровнее прежнего. Ну, более-менее. Тут зазор не больше 2 миллиметра получается. Вот в одном месте прям хороший зазор, а так более-менее. А в общем, народ, давайте мы газ откроем. Так. Секундочку, иди сюда. Так. Прихваточку ставим раз. Уже не, в этой маске ничего не вижу. Надо китайскую брать. У этой маски затемнение, народ. Без затемнения уже есть там 4 или сколько один затемнения. То есть, вот когда дверь открыта, то тогда в ней нормально варить. А когда дверь закрыта, вот сейчас рукой закрываю, видите, да, отсюда тень такая получается, и ничего не видно. Поэтому надо брать китайскую маску. Тут нормально. Раз. О, и я теперь вижу все. Раз. Прихваточка. И два прихваточка. Есть. Ну и в принципе достаточно. Так. Прихваточки я ставил на 120 ампер. А варить мы будем, давайте 4 стороны проварим на разном ампераже. Первый выставляю 30 ампер. Слушайте, вот здесь проблематично единичку поймать. 29, 28, 30, 32 сразу. В общем, народ, поехали. 30 ампер варим без присадки. Вот так вот, раз, и погнали. Такое себе получилось. Давайте поставим 40 ампер и пройдемся опять же без присадки.
40 ампер без присадки. Давайте уголочек подварим. Так, ну и тут давайте 50 дадим ампер. И тоже проварим, сделаем без присадки. Ну и здесь уже щель, поэтому здесь с присадочкой будем варить на тех же 50 амперах. Короче, с нержавейкой, народ, у нас еще отношения не тесные, мы еще не на ты. В общем, пробую, видите, разные режимы. Вот так вот, раз шовчик, вот так вот, два шовчик, черным шов не должен быть, видите, да? Ну, здесь более-менее. И такой тоже шовчик быть не должен. Вот это вот нормальный более-менее шов. А вот эту черноту сейчас придется шлифовать. Либо же шлифовать, либо же протравить. Ну, давайте мы траванем ее. Так. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Берем. Короче, народ, травильная паста. Берем травильную пасту. Желательно это делать не просто при открытых дверях, а на улице вообще. Вот так вот. И вот этим всем не дышать. Крайне желательно работать на улице с данной пастой. Но так как я в руках камеру держу сейчас, то я просто отошел в сторону и не дышу. Вот этой историей. Опасно ей дышать. Читайте, народ, инструкцию на упаковке. Там черным по белому написано, что это чревато для ваших легких. Так, секундочку. Траванем сейчас, траванем. Вот так вот. И вот так вот. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Это все лучше делать на улице. Ни в коем случае не в закрытом помещении, потому что можно из него не выйти, народ. И ваши легкие вам спасибо точно уж не скажут. Фу-фу-фу-фу-фу. Я вот так вот, видите, на улицу выхожу. Так, 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 так. Мы его сейчас положим. А вас, если сейчас... Вот так вот поставлю, давайте. Так, на улице мороз, может, перемерзла? Не, есть еще. Еще не успела. И вот так вот мы его сейчас. Пошоркаем. Сразу кисточку помоем. Сразу кисточку помоем. О. Ну и смотрите, ух ты, как ты лихо развернулась-то. Я не увидел. Шовчик номер раз, шовчик номер два, шовчик номер три. Ну и шовчик номер четыре, который мы чуть-чуть передержали, видите, да? То есть делаем выводы. Фу-фу-фу, здесь пахнет. Делаем вывод, что варить нужно не на малом токе и медленно, да, а варить лучше на большом токе и быстро. Это вот такие мои выводы по поводу сварки на разных режимах. Да, Ремеч? Морда. Не трогай мусечку. Сейчас пойдет кошку тиранить. Рам! Рам! Не трогай кошку! Не трогай кошку!
Короче, народ, как-то так. Здесь какой-то такой нехороший едкий запах, поэтому я открою окошко и проветрим помещение. Но я же говорю, что желательно это делать вообще на улице. Вот так вот видите, да? И я знаю, что на YouTube полным-полно всяких разных обучающих видео по поводу сварки нержавейки и так далее и тому подобное. Я посмотрел несколько и решил, что ко всему нужно приходить своим умом. То есть хорошо, когда кто-то рассказал, скажем так, ну нет такого правила, знаете, что 2 мм нержавейку нужно варить там на 60 амперах. Это не работает. Ну вот реально. Это не работает. То есть иногда нужно 30 ампер, иногда 40, иногда 50, иногда 60. В этом отношении очень хорошо педаль помогает. Она у меня даже есть, видите. Но сейчас пробую на ручнике зафиксировать это все мозгу. На педали, конечно же, удобнее и практичнее. Но, тем не менее, педаль не всегда может быть под боком. Поэтому нужно в мозгах, там, знаете, закрепить и обычной горелкой варить без педали. Поэтому это как на велосипеде. Научился, закрепил, и потом можно хоть с педалью, хоть без. Конечно же, с педалью удобнее, практичнее будет. Но, опять же, можно выбирать и педалью ампераж, и скорость прохода. Поэтому я, вот видите, вот таким вот образом провожу свой досуг. Кстати, да, многие знакомые у меня, которые занимаются сваркой, я даже не знаю о существовании такой пасты. То есть людям варят, вот, допустим, там же пищевую нержавейку дают, вот такие вот черные, иногда синие, иногда цветные, как радуга швы. А можно, народ, вот так вот делать. Паста, кстати, стоит 300 гривен. Здесь не полтора литра, здесь, по-моему, 1,2, да? Ну, бутылка тяжелая, я не помню, то ли, да, 1,2 килограмма. 1,2 килограмма. 300 гривен, то без проблем абсолютно сварщики. Не, ну, я как посмотрел, зашел к знакомому, а он варит, человек там под вино, бочку делает, и попросил заварить. Он заварил и черное вот это вот все там отдает. Я говорю, ну а что ты не берешь? Да, оно мне надо, типа. Я говорю, ну так это ж лицо твое. Ты отдаешь клиенту, ты же за деньги делаешь, не просто так. Отдаешь клиенту, должен отдать сказку. В общем, народ, если кому интересно, ссылка будет под видео. И Андрюха, спасибо за посылку, народ. И ссылка на вот такой вот сварочный стол тоже будет под видео. Можете зайти посмотреть, там у них, ну, несколько видов. Есть с обвязкой, есть без обвязки, есть с ножками, есть без ножек. В общем, есть подороже, подешевле, на вкус и цвет. Это магазин производителя, не перекупов, то есть не переплачиваете вы посредникам, берете сразу стол от производителя. Если кому интересно, то ссылки будут внизу в описании. Кстати, да, по промокоду Skimon, и там будет скидка 10%. На сегодня все. Я пошел опять разрезать, опять ставить и опять варить. Давайте, пока-пока, увидимся.